Заготовки для домашнего стола можно делать в течение всего года. Особенно если это заготовка из ананасов и не очень созревших. Берите на вооружение. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ананасов на зиму. Ананас тщательно вымойте и обсушите. Срежьте у ананаса верхушку и боковые корки. Вырежьте все вкрапления корки. Очищенный ананас порежьте на кусочки и выложите в нержавеющую тару. Всыпьте к ананасу сахар, перемешайте и уберите в холодильник на 12 часов. Достаньте кастрюлю с ананасами, перемешайте. Фрукт должен выделить достаточно много сока, если этого не произошло, влейте 100 мл холодной воды. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите ананасы в течение 5 минут, снимая пену, если такая будет образовываться. Снимите с огня и дайте заготовке полностью остыть. Банки вымойте с пищевой содой, тщательно сполосните и стерилизуйте любым удобным способом. Разложите остывшую заготовку из ананасов по банкам и закройте. Вкусных заготовок! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!